Здравствуйте, в эфире «Собрание исполнений». С вами Сергей Ходнев. И Илья Кухаренко. И мы продолжаем нашу предновогоднюю итоговую музыкальную неделю. Сегодня речь пойдет о зарубежных успехах наших отечественных оркестров. Вы увидите концерт Большого симфонического оркестра имени Чайковского в Венском зале «Мюзикферайн». С триумфами Валерия Георгиева и оркестром Мариинского театра, о которых мы говорили вчера, все понятно. Но я все-таки думаю, что западная публика составляет представление о сегодняшней нашей российской оркестровой культуре все-таки не только по выступлениям этого коллектива. Ну, безусловно, здесь, мне кажется, главным образом нужно вспомнить Российский национальный оркестр, потому что это действительно один из самых успешных, хорошо продаваемых на Западе российских коллективов. И, в общем, он свою репутацию, несмотря на разные перипетии в своей судьбе, поддерживает на должном уровне на протяжении многих-многих лет. И, в общем, неоднократно включался в список лучших оркестров мира и по тем или иным версиям, в частности, вот по версии журнала «Граммофон». И в этом смысле, ну, мне кажется, что это действительно такой важный элемент западной уже музыкальной жизни выступления Михаила Плетнева и его оркестра. Ну, это, собственно, было справедливо и для уходящего года, да, но другое дело, что я бы... Может быть, сделал бы акцент не столько на концертах, сколько на записях, потому что Российский национальный оркестр довольно много записывается, что само по себе, в общем, довольно важный фактор. И записи эти раз за разом оказываются очень хорошо приняты западной прессой. Да, действительно, очень много лестных отзывов было у критиков по поводу четвертой Чайковского и его же «Ромео и Джульетты», а следующий диск этой серии, пятый Чайковского и Франческо да Римини, даже стал записью месяца по версии журнала BBC Music Magazine. И вот уже вот только что на днях состоялась презентация нового очередного релиза уже на Sony с симфоническими произведениями Листа. Ну да, да, диск записан вместе с Денисом Мацуем, кстати сказать. Но вот если мы вернемся к концерту, который мы сегодня посмотрим, это концерт Большого симфонического оркестра имени Чайковского в Мюзикферайне, мне кажется, что он очень хорошо иллюстрирует, очень хорошо показывает ту своеобразную нишу, которая, в смысле международной известности, занимает и сам этот коллектив, и Владимир Федосеев, его бессменный руководитель на протяжении многих лет. Потому что, с одной стороны, БСО воспринимают на Западе, конечно, как такого посла традиционной русской симфонической культуры. И не случайно сегодня в программе два произведения того же Чайковского, да, «Скрипичный концерт» и «Ромео и Джульетта», опять-таки. Но, с другой стороны, вот Владимир Федосеев вроде бы для венцев тоже не человек из другого мира, а совершенно свой. Да, причем, знаешь, он настолько, как мне кажется, много выступает и в Швейцарии, и в Австрии, конечно же, и в Германии, причем и как оперный дирижер, который является дирижером-постановщиком, что при всем том, ну, как бы ощущении, которое у нас есть, что вот это наш человек, который сидит здесь в основном, в России, Москве, очень много, да, здесь работает и делает много программ, я думаю, что вот если просто статистически посчитать, что выяснится, что Федосеев по уровню, как бы, интенсивности своих западных ангажементов... Ну, просто может быть, по своему присутствию. Да, он вполне может обогнать многих его отечественных коллег знаменитых. Ну, и юбилей Венского Мюзикферайн, ну, знаменитейшей концертной площадки Европы, это само по себе, ну, одно из важных, да, событий концертного года европейского. И то, что пригласили по этому случаю именно Большой симфонический оркестр имени Чайковского, это, ну, тоже можно рассматривать как такую национальную честь. Так что мы, я думаю, с полным правом можем включить это событие в перечень музыкальных итогов года. Завтра мы завершим нашу итоговую предновогоднюю неделю финальным выступлением победителя конкурса Чайковского Даниила Трифонова. Смотрите «Собрание исполнений» на телеканале «Россия Культура». С вами были Илья Кухаренко и Сергей Ходнев. А сейчас концерт Большого симфонического оркестра имени Чайковского под управлением Владимира Федосеева в Золотом зале Венского Мюзикферайна. В программе «Скрипичный концерт Чайковского» и его же увертюра «Фантазия Ромео и Джульетта». Солистка Арабелла Штайнбахер.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.